И всем привет! Вы на канале Травка ТВ. И сегодня я снимаю видео про Мальта Пони или про МЛП, который называется «Поход к стоматологу». И давайте начинать. Мамочка, а куда мы идем? Мы идем к врачу, к стоматологу. Ну или к зубному. К зубному? К стоматологу? Что? А это страшно, просто, ты знаешь, я ни разу не была у него. Не бойся, дочка, в этом ничего страшного нет. Просто дядя тебе там посмотрит зуб, ну, так как у тебя зуб, так скажем, качается, тебе его надо будет вырвать. Что? А это страшно. Да не бойся, это ты вообще не почувствуешь. Конечно, не почувствуешь. А? Что? Что? Я уже хожу сюда пятый раз, и это ужасно больно, прям до дрожи. Правда? Да, я тебе что, врать что ли буду? Я уже пятый раз сюда иду. Понятно. Поэтому этим стоматологам верить нельзя, там очень больно. Ну, ладно, я поняла, да. Я поняла. Поэтому это очень страшно. Лучше туда не идти. Ладно. Мама, я там слышала, что это страшно, это правда? Да нет, доченька, что ты? Ты же ходила к остальным врачам, это же не было страшным. Ну, как бы не было, но тогда как бы я все же не ходила к стоматологу. Ну, не бойся, доченька, это не страшно. Сейчас вот откроется дверь, сейчас, точнее, время пройдет, люди другие выйдут, и ты пойдешь, и поймешь, что это не так уж и страшно, как ты думаешь. Правда? Правда. До свидания. А, это было больно, мне страшно! Девочка, что тебе было страшно и больно? Да, это ужасно! Ой, что-то мне боязно. Так, следующие. Кто следующий? Доченька, ты же следующая. Иди, давай, не бойся. Но, мам. Иди. Давай. Ну, я будущая принцесса, даже ничего не бояться. Хорошо. Кабинет 2. Зубной врач. Ну, шикарно, да, вообще. Хорошо. Тук-тук-тук-тук. Я радуйте. Проходите. Здравствуйте, я к вам пришла на прием. Мне нужно вырвать зуб. Хорошо, садись, сейчас посмотрим. Я принесу лекарство и все тебе сделаю. Точно? Да, точно. Вон, садись на стульчик, пока что посиди. А я пойду тебя отмечу и все там сделаю. Хорошо, ладно. Господи, как мне страшно. Так. Сейчас рарите. Так, сейчас надо отметить все. Так, рарите. Так, сейчас. Пик-пик. Так, прием. 8:30. Так. Так, все, хорошо, я тебя отметила. Сейчас я пойду за лекарством, и потом я тебе сделаю укол, а потом я тебе вырву зуб. Что? Укол? Господи, мне стало еще страшнее. Не, конечно, не боюсь уколов. Ну как-то странно, куда мне его будут колоть? И зачем мне его будут колоть? И как мне будут вырывать зуб? Я уже иду. Вот. Сейчас, подожди. Я иду. Вот нужное лекарство, вот. Все, что нужно, обезболивающий, укол и специальный инструмент. Так. Пока я буду готовить препарат, ты лучше закрой глаза. Это не страшно, но просто лучше поверь мне и закрой глаза. А то
Ну, это не совсем, конечно, приятное зрелище. Поэтому я тебе советую закрыть глаза. Ну, как бы я все равно... Ты все равно это не увидишь, ну, просто чтобы ты не видела процесс, как я там тебе все колю. А, да, хорошо, сейчас закрою. Так, я закрыла глаза. Ой, как мне страшно. Хорошо, молодец. Сейчас я буду готовить препарат. И все такое. Так, надо открыть крышечку. Так, шикарно. Положить ее аккуратно. Ну, аккуратно не получилось. Ну, я сейчас ее подниму. Так, сейчас надо препарат. Так, все, я набрала. Ты закрыла глаза? Да, да, закрыла. Так, сейчас. Все положила, все хорошо, не бойся. Ой, я все поставила. Ну что, ты готова? Да, хорошо. Скажи «а». А. Так, сейчас. Чик-чик-чик. Так, сейчас, подожди. И вот это сейчас возьмем. И сейчас все сделаем. Так, сейчас я тебе аккуратненько выдерну. Чик. Все, ты можешь открывать глаза. А? Что? Все? Ну да. Это я же говорю быстро и не страшно. Вот твой зубик. Сейчас я его покажу. О, да, это мне интересно. Сейчас. Вот он. Та-дам. Вот он тут. Вот он, вот он, вот он. Вот этот, вот зубик, вот, вот он. Сейчас тебе его отдам. О, хорошо. Вот так, сейчас у меня есть пакетик. Или у тебя? Да не, у меня есть свой. Так, все. И так как ты даже, так скажем, не писнула, ну, то есть звука не издала, то тогда ты можешь взять себе подарок. Подарок? Что? Да, сейчас. Вот там подарки. Это, значит, такая красивая заколочка, расчесочка, раскраска, как плечи дракона, и вот такой игрушечный попугай. Даже не знаю, что взять. Ты выбирай, я пока что там все отмечу, все сделаю. Ой, ну, даже, ну, наверное, ну, я как бы не маленькая в игрушки играть, хотя я люблю пони очень, но расчесок у меня навалом, заколок у меня навалом. Ну, я хочу раскраску взять, потому что я очень люблю раскраски. Все, спасибо. А, да, конечно, до свидания. Скажи, чтобы там следующие шли. Хорошо, скажу. До свидания, спасибо. Угу. Ого, тут такой красивый фон, оказывается. Котик. Люблю котиков. Так, сейчас выйду. Ну что, доченька, страшно? Да нет, вот сейчас зубик положу. Давай под подушку потом положишь его. Зуб не проваливается. Все. Что тебе дали? Я взяла раскраску капельки дракона. Положи ее тоже ко мне в сумку. И поедем с тобой домой. Так, сейчас. Раскраска не убирается. Сейчас. Я все смогу. Опа, опа, опа. Все, раскраска убралась. Вот она. В сумочке. Ну что, страшно было, моя бояка? Да не страшно. Просто зря пугают некоторые. И это же страшно, почему ты не кричала? Ну, потому что это не страшно, я не кричала. Да, как говорится, у страха глаза велики. Да. Хорошо, сходила, да, сейчас пойдем домой, пошли. Ребята, я надеюсь, вам понравилось это видео, поэтому ставьте лайки. Сейчас вам покажу, что произошло. Стена упала опять. Это было эпично. Да. Декорации, ребята, декорации.
Ну вот, я думала, так эпично будет. Стена будет стоять. И не собьет никого. Ну ладно. Хорошо, ребята, подписывайтесь на мой канал. Ставьте лайки, пишите комментарии. Пишите в комментариях, боитесь ли вы зубного. Я не боюсь. Так скажем, я рарити, которая волнуется, а потом не боится. Ладно, подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки, пишите комментарии. И всем пока! Пока-пока!